Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами, как быстро и легко прорастить и посадить семена петунии. У нас сегодня наконец-таки пошел снег. Я сегодня решила посеять семена петунии в грунт. Набрала снега. Снег пока пойду уберу в холодильник, он мне пригодится для посадки петунии. Я уже заполнила контейнер рыхлым питательным грунтом. Теперь нужно его вот так вот утрамбовать. У нас сегодня на улице пошел снег, я его насобирала. Теперь выкладываю поверх грунта, вот таким вот образом. Заодно семена пройдут стратификацию и отлично взойдут после снега. Прям такой толстый слой можно выложить. И теперь поверх снега насыпаем семена петунии. Вот такие у меня мелкие семена петунии. Здесь у меня белое и фиолетовое. И вот так вот тоненьким слоем посыпаем поверх снега их. Нужно стараться делать это равномерно. На одной руке, конечно, не очень удобно. Насыпаем семена равномерно, чтобы потом они у нас хорошо взошли. Тоже. Так вот. Аккуратненько, аккуратненько. Сейчас снег начнет таять от комнатной температуры. Семена окажутся в грунте. Потом я накрою контейнер сверху кулечком. Поставлю светлое теплое место и буду ждать, когда они у меня взойдут. Так что я уже начала сеять первые семена цветов. Сегодня у нас 12 февраля. Все, уже снег полностью растаял. Будем теперь ждать всходов нашей петунии. Уже прошло несколько дней с того момента, как я посеяла семена петунии. Посмотрите, как она отлично взошла. Если быть точнее, то прошло 4 дня. И уже появились вот такие маленькие зеленые росточки. Прошло еще несколько дней, петуния подросла и пришло время ее пикировать. Я сейчас наполню вазоны землей, рыхлым питательным грунтом и распикирую петунию. Аккуратно с помощью зубочистки поддеваю петунию вместе с комом земли, чтобы не повредить корневую систему. Делю ее на небольшие пучочки. И сажаю в лунки. И таким образом я буду пикировать всю оставшуюся петунию. Я уже распикировала петунию. Осталось ее только полить. Сейчас я ее увлажню с помощью пульверизатора. Кашпо с петунией нужно накрыть сверху пакетиком и убрать светлое теплое место. У нас уже наступил следующий день. Петуньи после пикировки чувствуют себя прекрасно. Все отлично прижилось. И теперь петунии будут расти в этом кашпо до самой высадки в открытый грунт. Уже прошло несколько дней с того момента, как я распикировала петунию. Она чувствует себя прекрасно. Вот такая вот красоточка. И будем дальше следить за ее ростом. Покажу вам второй вазон с петунией. Петунию сверху я накрываю кулечками, чтобы влага не испарялась. Вот и так они у меня растут. И у меня еще здесь маленький контейнер, тоже с петунией. Вот так она себя бодренько чувствует. Я ее сейчас отнесу в прохладное место, чтобы она у нас не вытягивалась.
по мере роста петуньи я буду подсыпать к ней землю. И так она у меня будет продолжать расти. Если мое видео было вам полезно и интересно, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока!